Добрый день. Я представляю совершенно новый проект, довольно уникальный не только для России, но и для общества инвесторов, таких малых проектов университета. Вообще это попытка создать среду с нуля. Нам пытается построить чисто поле, которое построено в Киеве. Все вместе одновременно. Наша основная цель проекта – это, на самом деле, изменить лицо общества таким образом, чтобы мы могли сначала наполнить город, наполнить, потом сделать так, чтобы появился поток специалистов, соответствующих лучшему миру. Что мы считаем, что мы делаем для этого, что основное самое важное? Мы, наши преимущества, мы строим всю систему от начала до самого конца на самом высоком уровне. Мы начали работу со школьниками, мы привлекаем их через программу СПЕН до вузовской подготовки. Далее у нас очень сложная система отбора, то есть у нас серия интервью с индустрией, непосредственно с преподавателями университета. Мы учитываем не только непосредственно баллы по ЕГЭ, но и многие другие вещи. В конечном итоге мы можем отбирать очень высокого уровня студентов. То есть уровень наших студентов, мы надеемся, что будет соответствовать нашим целям. Преподаватели, которые есть у нас, это преподаватели не просто там из Томского университета, скорее большинство из них проходило и работало или обучалось в университетах из 120-30 мировых вузов. И более того, мы оттуда успешно переносим и адаптируем программу. Причем мы учитываем не только, так сказать, то, что они делают, но и особенности нашего образования, используем успешно наш опыт и знания российской системы. И ключевым фактором для нас является участие бизнеса в обучении и формировании всего процесса. И для нас основным является именно достижение нашей цели, то есть получение высококвалифицированных специалистов. Для этого мы пытаемся использовать все, так сказать, вещи, которые есть в университете. Не только это способ, так сказать, порождения студентов и преподавателей, но и других специалистов. Все направления, которые мы занимаемся, они находятся в рамках направления 3. Вот так получилось. Мы их выбирали до того, как они были придуманы. Интеграция между бизнесом и университета у нас очень на высоком уровне. То есть у нас они участвуют и в отборе студентов, и в представлении программ, и в практике, и непосредственно финансировании инновационной деятельности. И существенной частью нашей работы является система трансфер технологий. То есть мы не просто занимаемся наукой, но мы еще занимаемся инновациями, поскольку наука, она деньги, как известно, тратит, а инновации деньги приносит. Вот мы хотим, чтобы те разработки, которые мы делаем, особенно совместно с индустрией, получили свое отражение как в непосредственно в результатах деятельности внутри индустрии, так и в виде потока стартапов и других инновационных вещей. Мы очень активно взаимодействуем с индустрией, и этим показателем является тот факт, что мы собрали порядка более 1 миллиарда рублей за 3 года. Это ключевой способ финансирования для нас, поскольку мы не бюджетный вуз, мы не обладаем бюджетными деньгами. И мы естественным образом взаимодействуем с лучшими местами, международный опыт используем во всевозможных ассоциациях, сколько участвуем и так далее. Ну и основным ключевым фактором успеха для нас является действительно команда. Я говорю, что у нас здесь не представлены преподаватели, здесь просто те люди, которые занимаются университетом, но мы строим университет как бизнес-компанию. Вот это основное наше отличие. Мы надеемся, что наши бизнес-цели будут достигнуты достаточно эффективно и в ближайшее время. Спасибо. Спасибо. Если позволите, просто вопрос сразу до возвращения по поводу НИР и ОГРа. Я правильно понимаю, что находится в основном занимается по, скажем так, заказам бизнеса, собственно, НИР и ОГРа находится в помещении? Совсем так, потому что у нас есть гранты, которые мы получили от Минобразвития науки, довольно большой грант, например, с Ростелеком.
наверное, возможность выполнять уже более прикладные вещи. Потому что в IT расстояние между фундаментальной наукой и прикладной очень кратко. Спасибо. Да, пожалуйста. Любой спортивный тренер знает, что команда звезд – это не то же самое, что звездная команда. Хуже того, звезды команды зачастую не образуют, и проблема конкуренции между ними стоит чрезвычайно остро. Осознаете ли вы, собирая такую команду, эту проблему? Если да, то как вы собираетесь ее решить? Мы ее собираем вручную, и у нас есть, как так сказать, приток, так и на самом деле отток, ротация. И мы оставляем только тех людей, которые в состоянии эффективно работать в команде. Наш опыт трехлетний. Мы очень юный университет, но у нас нет тяжелого наследия, у нас нет студентов, которые не хотят учиться, у нас нет преподавателей, которые не хотят учить. И это будет и в дальнейшем. Спасибо большое. И мы приглашаем в Академию национальной исследовательской математической